А, кстати, тогда можно сразу в эти камеры сходить. Да нормальный геймплей, Артём. Блять, да, согласен. Вон! На спине, наверное. А, не вышло. Жопа! Был бы клип, я бы это записал. А у меня есть клипы, я запишу. Он устроил тут огромную ловушку. В таких условиях его не победить. Здорово. Сука. Лобак. Ну, прикольно. А у меня были возможности хоть какие-то? Я занимался целых 2 года. Я искал твою мамашу. И нашел. На поиск мамаши потребовался 1 день. Угадай, что я делал оставшиеся 2 года. Ой, пиздец, мне кажется, лучше с этого, с печатной машинки, то есть я минус все лицо. Не думай, а действуй. Первое, чему ты меня научил. Попробуй так. Чел, блять, это... Окей. Тебе было просто, наверное, тынуть до того, как он тебя зарашил и захватил себя за ноги. Головой прям в нитку. Давай, румба, блядь, так вот чисто. Тут, наверное, тут лежит. А, капкан, чел, осторожно. Ты засранец. Иди сюда. Ублюдок, мать твою. Че решил ко мне лезть? Да я тебя сам трахну, ублюдок. Капкан. Нет. Да мало ли, блядь. Ты просто так уверенно, блядь, туда побежал? О, этот капкан. Я думал, ты про мину. Ты, блядь. Взорвай, чё ты? Плотнул его. На. Окей, погодите.